Мы не смогли остановить эту симуляцию, решили продолжить обучение. Прогнали ее до 22,5 часов. Они улучшили время на 5 десятых секунды. Точно? Или как? Или, по-моему, 37,6 было раньше. 37,6. Да. Они, получается, на 9 десятых секунды улучшили время. Стали ездить гораздо плавнее, гораздо четче. Да, кстати, смотри, всего машинок-то немного врезалось. Да. 56 сейчас. И этот поворот, те, кто его проходит, стали проходить гораздо лучше. То есть они здесь пытаются максимально его срезать для того, чтобы достигнуть этого чекпоинта и получить наилучшее время. Это я опять показываешь пальцем. Да. Вот этот поворот они пытаются пройти максимально близко к этому уголку. Получается далеко не у всех, но у тех, у кого получается. Они пролетают его прямо к этому чекпоинту, получают наилучшее время. Здесь они тоже стали срезать прямо по этому уголочку. Здесь все по науке гоночных трасс. По правильным траекториям. Сами научились так ездить. Сейчас снова понаврезается здесь очень много. Но те, кто проедут, проедут, ну, отлично. Они крутые. Да. Ну и, естественно, счетчик машин будет не так сильно уменьшаться по сравнению с изначальным количеством. Если я им сейчас поставлю количество мутаций в ноль, чтобы те лучшие, кто остались, они и ехали. То есть, фактически, если прекращу их обучение и поиск новых вариаций, это так, оговорочка, почему до сих пор многие врезаются. То есть, они врезаются, потому что просто нейросеть пробует новые варианты. Почти улучшили. Да? На 1/10 позже первый проехал. Ах. Да, тут чувствую, надо было еще сотые уже выводить, а не только десятые. Не думал, что до такого дойдет, и вообще не думал, что буду держать эту симуляцию больше 4 часов. В итоге уже почти сутки игрового времени они обучаются. Это 1030 раунд. 1030 поколение. Yes! На 1/10. Улучшили! Yes. Прямо сейчас улучшили время. Ёлки-палки, это уже такая редкость на самом деле. Мне кажется, предел это где-то 36,3, может быть. Возможно. Надо проверять. Я не собираюсь оставлять эту симуляцию на ночь, потому что это сожжет мой ноутбук. Не говорю. Да. Забавная цифра, конечно, получилась. 36,6. Это нейросеть здорового человека. Здорового гонщика. Мяу. Вот это он здесь разогнался, конечно. Парень без тормозов. Ну что, последний круг и вырубая. Да. Ух, красота. Так, знаешь, мне интересно сейчас вырубить ему мутацию. Пожалуй, здесь прям поставлю
Вот так. Здесь вот так. По идее, со следующего раунда у нас должны... А, нет, у нас будут машинки с мутациями здесь. Да, немножко не то. Так, я, пожалуй, сделаю это несколько иначе. Как у нас здесь было? Ладно, Ctrl-Z поможет. Так. И я, пожалуй, самой машинке отрублю мутация. Теперь надо вспомнить, куда я ее запихнул. Так, вот здесь у нас. Так, там мутация у нас у бесов. И мутация байсов. Окей. Все, норик поставлю. Если не ошибаюсь, то они не с этого поколения должны перестать мутировать. То есть не со следующего, а с после следующего. Угу. Сейчас посмотрим. Да, меньше врезалось-то. Ну да, у нас в выборку попали старые мутировавшие. Скарс. Да, вот здесь прям элита такая из 90. Едут все чётенько. Да? Ну не все, да, остались еще мутантики у нас. Не самое успешное. Ну и здесь, да, как обычно, ух, до 12. До 8. Не кисло, не кисло. Так, ну да. Вот, как одна машинка прям едут. Угу, такая одна гибкая, толстая машинка. Слушай, прикольно. Где я не врубал это раньше? Интересно выглядит. Да? Осталось 89. Сейчас снова начну заворачивать здесь. Да, начали. Ух. Сколько же их выносит на этом повороте-то, а? А вот сейчас практически как одна машинка едет. Мы потеряли все поколения. А, нет, не потеряли, потому что фактически эти лучшие остались. Я уже думал, на этом видео закончится. В этот раз 90 на месте. Да, такая магическая цифра получается. Живу. О, никто не повернул. Сейчас возьмут и все впилятся. Снова 90 эти. Да, прекрасно. Неужели опять впилятся? Так, мне интересно... Ну, мне кажется, да, впилятся. Мне интересно немножко поменять элитизм. Так, 10 у нас переносится. Давайте здесь 5 на 5. 5 лучших. 5 лучших.
сейчас тоже должно быть иначе. Вот эти вот стартовые должны вроде как уйти, которые тупят. А, нет, почему они снова попали в выборку? Интересно. 95. Ну да, ну то есть я уменьшил количество тех странных мутантов. Да, 4 доехало. 4, которые выглядят ровно как одна машина, которые действуют всегда одинаково. Так, 95. Так, хорошо. Еще уменьшаем окно элитизма. 3 на 3. Работает это так. Значит, best cars with no mutation берутся из всего этого поколения 100 машин, 3 машинки, их нейросеть полностью копируется без изменений. И дальше вот этот параметр with mutations, берутся 3 машинки из топа и много раз клонируются с мутациями. 12 осталось. Да, ну что, давай посмотрим, сейчас будут у нас те, которые уезжают назад или нет. А, нет. Да, ну смотри, 97 лишь. Чудиков все меньше. А, ну как раз 3 мутации. Ты 3 сделал? Было 5 до этого. Ты поменял на 3 и стал. Не-не-не, у меня мутации сейчас фактически отключены, то есть у них ну, weights and biases, фракция мутации там в ноль установлена. Хотя, погоди, у меня может быть этот ноль, может он не совсем верно работает, то есть там может округление идти из-за этого, там может быть один ген мутирует все-таки, поэтому появляются эти странные машинки, которые на старте так действуют. То есть мутация еще может быть не отключена, получается. Ладно, наверное, потом надо будет в коде смотреть. Но, в общем-то, это несущественно. Так, ну хорошо, давайте у нас будет только топчик. Один, один. Пойдемте. Один врежется на старте. Думаешь? Мне кажется, эти цифры должны немножко не так работать. Это странно. Если ты за этот максимайс убери. Да. Если ты сейчас поставишь with mutation count в ноль, тогда не будет тех, кто врезается. Нет, у нас только одна машинка на трассу выйдет. Да? Да, она так работает. Топчик. Ну да, топчик. Один. Да. Один остался. Так, ладно. Последний круг. Сейчас посмотрим, как они так ездят. Все 99 как одна. Уже две. Гидры размножаются. Это машинка с прицепом. Я здесь, кажется, недостаточно разогналась. Здесь чуть более вихляет, чем надо. Здесь чуть больше врезается, чем надо. А, вообще. Да, ладно, сейчас верну им обратно параметры.
Так, 10, 10 и мутация 10%, да, 10%, 10%. Сейчас уже картина Гунт похожа на то, как было раньше. С большим количеством тех, кто врезается в начале. Но вообще сейчас я вижу, что да, нужно было элитизм более жестким делать. 5-1. 92 просто впендюрились. Да? А, ну вот, да, картина вернулась. Жу-жу-жу-жу-жу-жу. Смотри, как их сейчас больше едет, 69, из-за того, что они фактически смутировали из практически идентичного генома. Mm-hmm. Отклонений у них не так много. И эта мутация позволила проехать не одной машинке, а аж 37. Так что мутации, ребята, это хорошо. Мутируйте, становитесь программистами. Выше, сильнее, быстрее. Объезжайте каверзные повороты. Все, на этом, думаю, может заканчивать наша симуляция. Очень сложно выключать симуляцию, которая длилась 22 часа. И достигла результата лучше, чем мой ручной результат. Я, напомню, ездил... Приезжал этот трек, наверное, за 37,8, за 37,9 секунд. А они вот уже на секунду улучшили мой результат. Их я уже не обгоню. Ну, ладно, наверное, обгоню, если буду тренироваться. 22 часа. Но я, пожалуй, употреблю свое время в такое-нибудь другое русло. Жух, все, начали экспериментировать. А может здесь можно проехать? Ах, нет, нельзя. Странно как. Ладно, все. Всем пока-пока. Пока-пока.